Начинаем колдовать. Делаем настойки. Из всего чуть попробовали. Делали на облепихе, на груши. Самая тема — вишня и слива. Вот такая вот получается жидкостная фигня. Короче, что мы делаем? Берем сливу без косточки. А я, чтобы не париться, в Ашане покупаю. Засыпаем в банку. Вот на трехлитровую где-то 600 грамм, 700 сливы. Засыпаем в банку 3 ложки сахара столовых. И ставим на 2 дня в холодное место, в прохладное. Закрываем крышкой. И каждый день, короче, взбалтываем. Через 2-3 дня, короче, она вот такой сок дает. Затем берем плату привезенный, спирт. Наливаем 400 грамм. Наливаем 400 грамм спирта. 400 граммов спирта. Так, доводим до водки. Наливаем 600 грамм воды. 600 грамм воды. Ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди. 600 грамм воды. Кошак. Кошак уже все, на вкуснятину летит. Льем 600 грамм воды. Наливаем 600 грамм воды. 600 воды. Получается 400 спирта. И у нас будет 40 градусов. Это спирт медицинский, 95%. Спасибо фармацевту. Обязательно добавляем спирт в воду, а не воду в спирт. Вот так вот. Оп. И процесс пошел. Сразу видим химический процесс. Ну и все. Потом берем наш компот. Компот. И заливаем. Это двухлитровые баночки, вот эта трешечка. Ну и все, полную делаем ее. Закрываем крышечкой. И на неделю-две в темное прохладное место каждый день перемешиваем. И вот она у нас отстоялась. 10 дней, там 2 недели, у кого как. У кого на сколько терпения хватит. Отстоялась она у нас. Мы ее берем потом через сито. Мелко вот так процеживаем. Получается вот такой компот. Сливовочку мы выбрасываем. Она нам не нужна. И в большой какой-нибудь сосуд. Ну или в маленький. Начинаем заливать готовый продукт к употреблению.